Все готово к началу первого тайма. Поехали. Вот в таком составе хозяева сегодня выйдут на поле. Посмотри, как близко расположены нападающие. Да, видимо, акцент атаки будет сегодня сосредоточен именно в центре. Раджа, Найнголан. Мяч на боковой линии. Илкай Гюндоган. Дэнни Роуз. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Тут защита справляется с потерей мяча. Рахим Стерлинг. Это может быть опасно. Рахим Стерлинг. Как думаешь, чего нам ждать от него сегодня? Работоспособность. Бей и выводи команду вперед! Это может быть опасно. Все в рамках правил, можно играть. Фернандиньо. Миши Бачуай. Андер Эррер. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Как он работает с мячом. Всех обыграл. Ждем угловой. Сократис. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Как проект, в принципе, как задумка. Эта передача была очень остроумна. И в разрез. Шикарно. Момент! Забивай! Потащил один удар, но может быть и второй. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Может получиться интересная атака. Но так нельзя играть в обороне. Опасная передача, но и защитник не дремлет. Алексис Санчес! Агуэро! Судья все видел, и это всего лишь аут. Углового не будет. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Фернандини. Андер Эррера. Чемберлен. Пока неплохо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? А мяч-то подскочил, наверное, поэтому удара не получилось. Обидно-то как, а? Возможность была стопроцентная. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Нужно забивать и выходить вперед! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Андер Эррера. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Фернандини. И вот потери в центре поля. Это может быть опасная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Оксли Чемберлен. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Нужно забивать. Да, похоже, этот футболист, если и служил в армии, то точно не в артиллерии. Да, Георгий, промахи действительно бывают разные. Чаще всего их даже можно объяснить. Но вот в данном конкретном случае наука бессильна. Ну и техника, наверное, тоже. Агуэро идет вперед с мячом. Здорово! Найнголан! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Это угловой. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играл. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Нужно... Гол Агуэро! Наиважнейший гол забивает аргентинец.
Перед матчем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля, а тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично, моментов создали предостаточно. Я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. Такими действиями игру не обострить. Рахим Стерлинг. Миши Батшуаи. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Будет штрафной удар. Андер Эррер. Немного точности не хватило. Перекладина. Чемберлен. Посмотрим за этой атакой. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Дэнни Роуз. Тут защита справляется с потерей мяча. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Прекрасный пас. Опасно! Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Отлично сыграно, надо решать. Можно играть дальше, считает арбитр. Чемберлен. Судья добавляет 3 минуты. Окслейд Чемберлен. И в разрез, шикарно! Здорово было задумано. Жаль, не прошло. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Заканчивается первый тайм 1-0. У меня вопрос об Агуэро. Как он тебе сегодня? Так, ну я думаю, что свои... Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Не получился точный пас пятки. Алессандро Флоренци. Агуэро. Это может быть опасно. Терпеливо ждут они своего шанса. И этот пас ждет Агуэро. Мяч за пределами поля. Угловой. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. И как опасно пробил. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Это может быть опасная атака. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. О чем только защитник думал в этом эпизоде. Миши Бачуай. И голкипер. И как пробил. На пару решили разыграть эту комбинацию. Пока неплохо. Санчес. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Рахим Стерлинг.
Чемберлен. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Генрих Мхитарян. Это может быть опасно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Луик Реми. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Рахим Стерлинг. От перекладины в ворота. Гол! Всегда эффектно смотрится, когда мяч влетает в ворота рикошетом от перекладины. Согласен. Вот посмотри, в какой-то момент показалось, что мяч отскочит в поле. Но он все-таки взял и пересек линию ворот. После ответного мяча у нас 1-1. Тут защита справляется с потерей мяча. Миши Бачуай. Фернандини. Луик Реми. Дэнни Роуз. Реми. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Есть! Какой удар! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти наверх. Отобран мяч, надо возвращаться. Санчес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Илкай Гюндоган. Раджа Найнголан. Блестящий сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Агуэро! Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Мхитарян. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Генрих Мхитарян. Может получиться интересная атака. Раджа Найнголан. Чуть поточнее бы. Удар в перекладину пришелся. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Посмотрим за этой атакой. Тем временем соперник перехватывает мяч. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Генрих Мхитарян. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Гюндоган. Получает мяч на ходу. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Рахим Стерлинг. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Это должен быть гол! Реми! Арбитр назначает угловую. Фернандиньо. Вратарь! Вот это... Арбитр назначает штрафной. До конца игры 7 минут. Раджа Найнголан. Красиво сыграно, но неэффективно. Отлично сыграно, надо решать. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Фернандини. Рахим Стерлинг.
Фернандини. Перспективная атака. Одна из последних в этом матче. Есть шанс вырвать победу. Миши Батшуаи. Иногда это называют чудом. На последних минутах вырывается команда вперед. Дожали все-таки соперника. Да, интрига снова живая. Осталось только удержать это преимущество. Ну что, похоже, этот гол может стать победным. Времени отыграться у соперника попросту не остается. Да, игрок распорядился предоставленным ему шансом на все 100. А ведь еще минуту назад казалось, что ничья неминуема в этом матче. Последняя минута второго тайма. Фернандини. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. А вот и сигнал арбитра об окончании матча 2-1.